друзья, сейчас я нахожусь в сборочном цехе. Иду в цех кабин. В прошлом выпуске я говорил, что кабины начали уже собирать. То, что вот малярки стояла, уже сушилась покрашенная. Вот она, друзья, уже готовая. И вот кабина Т-150, уже крышу сняли. Давайте сейчас вам покажу. Все, кабину собрали. Это идет у нас кабина на трактор Кировец К-701. Вот в прошлом выпуске я вам показывал кабину, который трактор на капитальный ремонт, которую вот обжигаем, потом идет у нас на пескоструйку. Вот она будет в итоге вот в таком же состоянии. Правда, классно кабина выглядит. Как новая. Также тут у нас идет кожзам. Здесь у нас идет кожзам. Полностью по кругу. И на потолке такая мягкая обивка получается. Дальше тут у нас панель приборов будет вся полностью новая. Приборы новые, электрика новая. Дворники камазовские, тоже все новое. Зеркала камазовские. То есть вот у нее крепление. Тут и тут внизу под обшивкой. Камазовские они более такие долговечные, что ли, так сказать. Внизу тут у нас будет шумка. И потом уже резиновые коврики постелим. Сиденья тоже будут новые. Сиденья тоже сами все это делаем. То есть вот уже вот это старое. А вот это уже новое идет. На нее уже будем обшивать ее кожзамом. По кабине Т-150 все, крышу сняли. Будем рихтовать. Дальше вот боковушка тут у нас была вся сгнившая. Тут тоже будем все это. Не знаю, что будем делать. Скорее всего, будем ставить заплатку. Пока думаем над этим решением. Дальше вот там вот сгнило. Тоже, скорее всего, нужно будет тут все ставить. Заплатку. Тут этот весь лист гнилой. Тут вот сгнило все. С той стороны вроде не так сильно. Сейчас посмотрим. Не, друзья, тут с этой стороны все отлично стоит. Вот тут, правда, трещина пошла. Знаешь, тут на стыках тоже. Нормально, герметик просто убрать, новый герметик засадить. Тут все тоже нужно подшаманить. В общем, тут, друзья, работы вообще пипец много. Это вам не кабина от Кировца, которая не гниет. Т-150-чики вообще гниет, оказывается. Вот он у нее. Усилители. Вот тут кабина усиленная. Пишите в комментариях, какой цвет красить. Белый или синий или зеленый. Но рама синяя, соответственно, угадайте, какой будет цвет. Наверное, будет синий, да? Друзья, если нужна кабина, если нужен капитальный ремонт кабины, в описаниях и также в комментарии я напишу свой номер телефона. Если что, звоните, обращайтесь, привозите. Попутный транспорт также я могу помочь подыскать, найти, чтобы дешевле привезти и вам отправить.
сейчас, в нынешнее время, это не проблема. Набережная Челны находится в такой транспортной развязке, что в любую сторону транспорт ездит. Также куча транспортных компаний. Поэтому, друзья, не стесняемся, звоним. Заказываем ремонт кабин. Собственно, друзья, в кабинном цехе все. В следующем выпуске сборочный цех. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, ставим лайки и обязательно, друзья, пишите в комментариях. Чем больше комментариев, тем для видео лучше. Друзья, привезли два двигателя на ремонт. 236-е. От Т-150. Вот сейчас проводим как раз комплектность. Записываем, что есть, что нет. Потом будем разбирать, дефектовать. Этот двигатель комплектный, тот не до конца комплектный. Друзья, у кого есть движки, привозите на ремонт. Также, друзья, привезли топливные баки, бампера. Облицовка, крылья, ящики аккумуляторные. Вот так вот в палетах это все укомплектовано. Друзья, все это новое. Запчасти ставим новые. Поэтому у нас и выходит капитальный ремонт. 2 миллиона. Трактора после капремонта в районе 3 миллиона 200. Друзья, вот он, большой вертикальный станок, который я вам показывал. Вот так вот все это дело протачивается одним размером. Потом втулки садятся вообще идеально. Ну вот, про эти два станка я вам тоже видео покажу. Коленвалы шлифуем. И вот этот маленький вертикальный станок. Его работу тоже показывал. На нем уже корпуса тоже проверяем.